Три человека в год – это мало. Конечно, нам нужно сделать так, чтобы... Ну, если хотите, с помощью других, может быть, ваших изданий, вот я много изданий вижу здесь, и Ватанем Татарстан, и другие, и Магариф, то есть с помощью ваших изданий, и с помощью ваших интернет-порталов, мы должны сделать, это мое предложение, чтобы я хочу, чтобы вы его озвучили, чтобы мы смогли сделать полноценную татарскую журналистскую группу. Мне сказали, что это минимум 10 человек. 10 человек на 135, ну, умножайте, получайте, сколько это? 1 300 000. Ну, неужели мы не можем найти 1 300 000? Чтобы набрать журналистскую татарскую группу, где были бы и пишущие журналисты, и журналисты интернет-изданий, и тележурналисты.